Так, всем привет, друзья, вы на канале Султан, меня зовут Влад, и мы продолжаем проходить Warcraft Legion of House. В общем, мы остановились на чем, давайте вспоминать, потому что вчера я делал небольшую паузу и все забыл. Так, вторжение на Калимдор, точно, кампания Орды. Да, мы подготовили кровь Маннароха. Подожди, нет, духи Ашенвальского леса мы прошли. Что за... А, интерлюдия, это не глава, это какой-то мультик. Потом глава 5, охотник тень. А в общем, вспоминаем быстренько, вкратце, тезисно, как сейчас модно говорить. В общем, Трал пошел искать оракула в пустынях, в оазисе где-то. И говорит своему Корифану, говорит, ты подготовь, значит, ресурсы для строительства базы. Я вернусь, и мы на все готовенькое заживем. И окей, все, на этом сошлись, на этом договорились. И вот духи Ашенвальского леса. Мы все-таки заготавливали 15 тысяч единиц, нам надо было дерево достать. Вроде достали, вроде было потно, с четвертого раза это прошел, но прошел. Давайте посмотрим интерлюдию, давай. Кровь Маннароха. Вечером того же дня, неподалеку от обители Кинариуса. Это где, подожди? А, пустоши, пик каменный коготь. Ага. Ничего не понятно, но окей. Воу, какие мишки, да? А, вот мы против таких вот воевали. Ага. Мы брали... Чем мы у них забирали? А, для гоблинов убивали, но так как надо было сначала гоблинам подойти, мы ничего не... Это же Маннарох. Он что, мишек будет убить? О, вот это да. Ашенвальский лес. За прошедшие 10 тысяч лет я так и не смог забыть это проклятое место. Эту долину нашего извечного врага Кинариуса, полубога ночных эльфов. Да, лорд Архимонд приказал уничтожить Кинариуса прежде, чем мы начнем вторжение в Калимдор. С каким наслаждением я встретился бы с ним лицом к лицу. Но он хитер и редко выступает в открытую. Как не зловеще это звучит, но твои ручные орки недавно разорили его леса и навлекли на себя его гнев. Лорд Архимонд полагает, что Кинариуса вполне можно уничтожить их же руками. Орков против Кинариуса нет практически никаких шансов. Если мне не изменяет память, его мощь поистине колоссальна. Какой этого Гамаша? Да, как и твоя. Договор крови, заключенный между тобой и орками, все еще в силе. Тебе нужно лишь обновить его. Что ты предлагаешь, повелитель ужаса? О чем предлагать? Чтобы ты смешал капли своей пылающей крови с водами этого озера. Ага. Орки потянутся к его скверне. И когда они вкусят твоей крови вновь, остановить их будет уже невозможно. У него кровь со скверной, что ли? Позеленее, что ли? А, смотри, покраснело. Кто озвучил? Так, Артас Владимир Вихров. Джайна Праудмар Елена Соловьева. Трал Василий Косолапов. Малуфрион. А кто это? А, это вот эльфийский как раз-таки вот этот ночной эльф, сильнейший, первый из друидов. А, мы встретим его, скорее всего, дальше. Рогвальд Суховерка озвучивал. Медив Юлин Беломусов. Утр Светоносный Юрий Лученко. Гром Адский Крик Дмитрий Назаров, представляете, это который адская кухня. Малганис Павел Смеян. Келтузет Владислав Коп. Сильвана Ветрокрылая Лариса Гребенщикова. Ни хрена себе. Илидан Ярис Дебури Виктор Цимбал. Архимонд Виктор Бахон.
Подожди, это не Архимонд, это же этот. Шандрис Аперния Луна. Людмила Гнилова. Мы, короче, это еще не встречали. Нифига себе, тут еще персонажи. Король Тенариас Ментил II, Сергей Фролов. Вот, второстепенные персонажи. А нейтральный комментатор пехотинец, гном-вертолетчик, вурдалак. Так, лучница, охотница, пехотинец. Короче, тут все понятно. Охотник тень, глава 5, на следующее утро в густом Ашенвальском лесу. Мы по-прежнему рубим. А, подожди, это наш? Это наш лагерь, да? Или не наш? Это не наш лагерь. Кто посмел осквернить эту древнюю землю? А вот Кинариус как раз таки. Кого не страшит гнев Кинариуса и ночных эльфов? О, это лорд Эрон. Против. С рожками. Лес ожил и напал на нас. Пусть начнется битва. О. Да свершится предначертание. Наш город напали. Хрена мы развились. А как? Так тут нет никого, алло. Нас сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. Так, мы сейчас так ресурсы потеряем. Все, отдаем этот город. Отдаем этот город без проблем. Так. Сила духа уходит с головой на заклинание, повышает скорость восстановления. Напали. Я понял, давай. Так, дальше. Лесопилка нужна, только подальше. Их слишком много. Нужно отступить на другой берег. На наш город напали. Нужно золото. Как на другой берег? Солджин будет отмщен. Только не говори, что мы... Ой, что так много? Так, секундочку. Я понял. Я вас понял, стоять. Вам не одолеть меня. Я сердце этой земли. Я понял, не шибко-то и хотелось. Так. Тут что? Ладно. Отступать так отступать, я наш готов. Город напали. Это мы всегда за. Сначала прокачки все, быстренько-быстренько прокачки. Ага. Шамана всех, давай, всех качаем. Так, дальше. Вот этих ребят качаем. Сколько? 125. Давай, а? Проклятые отродья демонов. Вас всех ждет смерть. Смотри, захватили как быстро. Быстро захватили вообще. А чё? А у нее есть время? Смотри, у нее есть время, они временные. Это понятно. Готов так. Вкалывать. Значит, вот здесь рудник. Вижу. Вот здесь мост. А, и вот здесь какая-то тропа, да? Тут вроде как ни хрена нету, но надо бы оборону. Короче, в двух точках оборону делаем. Так, это понятно теперь. Атакуют. Я слышал, исследование завершено. Чем могу помочь? Исследование Чего? Завершено. Так. Все, что пожелаешь. Вот так хотелось бы раз. Куда пойдем? Я сокрушал вас в прошлом. Вот так вот, да. Сокрушу и теперь. Давай. Вот так вот. А почему? Кого убить? Этот воин не может подбирать предметы. Почему? Это же гром задира. Сделай рот напали. Почему не может под... А что происходит? Мы можем вообще ускорить золото, добычу золота в два раза. Для этого просто взять этого пацана готов и пойти построить вот тут вот хорошо. Подальше. Исследование завершено. С удовольствием. Исследование завершено. Ага.
подальше вот сюда вот. Исследование завершено. Хорошо. Все, так, есть. Дальше. Выберите кого? Вот это то, что он дерево регенерирует, это хорошо. Слушай, ну он классный пацан вообще. За природу там топит. Смотри, лес восстановил, а? Какой молодец. Войны мои, очистите лес от этих тварей. Я прикрою вас из-за деревьев. А чё сам драться не будешь? Сейчас мы его растопчем, я тебе говорю. Так, вот эту тему качаем сразу. Воу-воу-воу. Наш город наконец-то. Нас атакуют. Пошла жара. Чем могу служить? Дорожь. Вождь. Наш город напали. А чё так быстро? Погоди, а чё так быстро? А где вообще? Во. Нужно золото. Исследование. Что вы сказали? А чё так быстро? Я не ожидал. Нас атакуют. А я не ожидал. Во. Джин будет отмещен. Сделаю. А, ты же не умеешь. Нас атакуют. Наконец-то. Уходим. Так, и чё? Нужно золото. Так он сейчас помрет. Чё-то херня какая-то, пацаны. Происходит. Золота нет, тогда ты вот это сюда. Да, это да. Уходи. Это успеет, не успеет. Это успеет, успеет. А, нет, не успеет. А почему так потно, погоди. А почему так потно? Исследование завершено. Нужно золото. Нужно золото. А у меня ни на кого бабок нету. И это восстанавливается, да. Еще 500 лет будет. Сделаю. А какое задание, погоди. Задание не получено. Да. Охеренно. Выжить, наверное, первое задание, да? Сделаю. Наконец. Так, тогда валим. Сделаю. Трусливый глупец. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Успеем? Кого убить? Да как вы так? Готов вкалывать. Чё надо, хозяин? Чё, опять это проливная, что ли? Подожди. Сколько минут? 13 минут. А почему так? Ну, в плане, я понял, что еще задание не получено. Так оно не получено, потому что мы это, от Сисямба. Погоди. Угу. У нас есть этот пацан. Наш город напали. Этот пацан, в теории, может сделать красиво. Сделаю. Он может хотя бы разведку провести перед... Да ладно, блин. Серьезно, ты ультанул на раба? Да-да. Используйте катапульты. А-а-а. Я понял. Короче. Завершить игру, начать заново. Я все понял, подожди. Сразу укрепляем. Сразу в армию вкидываемся. Не надо развиваться. Сразу армия. А можно скипнуть? Мы же видели это все уже. Все. А почему я не могу? Вам нужна кого моя помощь? Убить? Я слышал зов. Наш город напали. Кого убить? Странно, почему я не могу брать. Ладно.
сразу пацанов, короче, много пацанов. Проклятые отродья демонов! Вот так вот? Вас всех ждет смерть! Понеслась. Город напали. Нас атакуют. Значит, вот так. А здесь нет такого, да? Но здесь, значит, вот так. Нужно золото. Кодой 300. На наш город напали. Я понял, что напали. Сейчас все будет. Их слишком много. Я понял. Нужно отступить на другой берег. Отступаем. Давайте, мужики. На наш город напали. Это потом все. Сейчас главное оборону главное сдержать. Есть. Исследование завершено. На наш город напали. Это мы понимаем. Я сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. Так, есть простая шахта. Еще одного, значит. Зол Джин будет отмщен. Есть! Не, ну 300 это зашквар, конечно, пацаны. 300 это зашквар. Вождь? Да. Сделаю. Готов краловать. На наш город напали. С удовольствием. Зол Джин будет отмщен. Нужно золото. Так, эти пацаны изготавливаются, нормально. Готов, так, можно сразу еще увеличить. Зол-джин будет отмщен. Минотавры, волчьи всадники. Как этих пацанов зовут? Чего? Охотники за головами. Вот, охотники за головами. Шипы. Охотники. Давай сначала шипы тогда. Потом вот эту тему. Нет, подожди. Сначала... Они сначала встретят оружие, потом те начнут... Зол-джин будет отмщен. Все нормально. Потом они начнут здание крушить. Вам не одолеть все. Меня. А, вот это просто дополнительно. Все, это не надо. Земли. Так, хорошо. Дело сделано. Ярость берсерк, увеличение запаса здоровья, стоит силы атаки. Зол-джин будет отмщен. Бугаев. Внимание, бугаев. Нам не надо. Так, дальше. Угу. Сделал? Давай следующую. Сделаю. Проклятые отродья демонов. Вас всех ждет смерть. Зол-джин будет шаманов отмщен. Шаманов и прочего такого пока не надо. Что прикажете? Так, здесь нормально все, да? Исследование завершено. Что надо, хозяин? Да, в прошлой катке мы считали, чего что выгоднее с удовольствием строить вышки. Выгоднее строить вышки. Блин, да как так? А, я помню, там братья мои погнали туда-сюда-сюда-ся. Все. Это мы помним. Сделаю. Все, строй вышку, погнали. Наконец-то. Да. На наш город напали. А, ураган не берет их, нас летающих. Атакуют. Все, я понял. Дело сделано. Вот. Сделаю. Жутливый глупец. Идем сюда сразу. Приказываю. Хорош. Приступаем. Теперь сюда, сразу сюда. Вот. Да. Отступаем. Сделаю. Наконец-то. Хорош, слушай, хорош. Ну почти получилось, почти. Зол-джин будет вот. Хорошо. Да. Бойница нужна. Да-да. Нас атакуют. Чего хочешь? Хорошо.
Сделаю. Вот, хорош. Сол Джин будет отмщен. Куда пойдем? Так и сделаем. Кого убить? Слушай, ну хорош, хорош. А почему два? Исследование завершено. А, их два таких? Зол Джин будет отмщен. Во! Давай, 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 давай. Хорош, первая волна есть. Все, первая волна наша, пацаны. Саира, я чувствую силы тьмы, исходящие из лесной чащи. Может быть, нам удастся с их помощью уничтожить Кинариуса. Слушай, ну вообще ж потно просто. Невообразимо. Нужно золото. Так они на беге сейчас продолжат. У нас ни хрена не готово. Да. Да. Ни хрена не готово. Да-да. Че надо? Так, источник хаоса, отыщите источник магической энергии. Знахарь или лесных троллей можно нанимать в обители. Зол Джин будет отмщен. Нужно золото. А сколько золота надо? А че там не хватает пацанов, что ли? Ну вон золото таскают. Нормально же. Нормально же таскают. Сделаю. Так, давай еще парочку пацанов. Сколько? 27 тысяч, нормально. Нужно золото. Чего хочешь? Надо больше пацанов. А, нет, одного хватит. Да. Там же простоя нету? Вот сейчас. Готов. Вот вышел, сразу зашел. Нет, простоя нет, нормально. Значит, это лишний будет, пацан. А, он чего вышел хочешь? Уже. Хочешь? Да-да. Так. Дело сделано. Быстро-быстро отстраиваемся. Все вот эти моменты восстанавливаем. Главное летающих побороть. Так, понеслась дальше. О, еще шипы. Давай, вот это надо по-любому. Наши здания, если будут атаковать, это прям круто. Это супер круто. Это супер-супер-пупер круто. Так, 150. Есть. Дальше, 150 еще. Еще 150. Зол Джин будет отмщен. Дело сделано. Угу. Теперь восстанавливаю то, что есть. Это-то, в принципе, пофиг. Давай то, что важно. Важный объект. Сделаю. Вот тут раз. Чего хочешь. Хорошо. Вот тут два. Так, одного шамана, этого знахаря надо. Нужно золото. Сколько он стоит? Соседи, чтобы он лечил, пока вот такие дело вот сделано. Идут затишье. Нужно чтобы он стоял золото. И лечил. Иначе, пацаны. Вон, стоит, смотри, вообще кого не убить? Регенерируется еле-еле. Че надо, хозяин? Так, ну хоть мана откатилась. С удовольствием. Тут надо 150. Есть. Так, теперь я сейчас все потрачу на улучшение, а... Да? Кого я улучшаю-то? Надо войска создать сначала. Исследование сделай. Завершено. Знахаря вызывали? Иди, руби лес. Чем могу служить? Ты знахарь, давай-ка это. Пацана, лечи нашего. Вам нужна моя помощь. А ты что-то не лечишь? Коза установлена, видимо, в ловушке. Сделано. Дух-целитель, высущая. Ах, ты, я тебя еще обучать надо, а ты какой? А шаман умеет? Притом, если изначально владеет заклинанием очищения, расширяет тебя сказать. Да блин, ладно, что ли. Да. Сделаю. Ну мы готовы встречать, в принципе. В принципе, мы готовы. Нужно золото. Вождь. Так, ну давайте, пацаны. А чё, дети, ребята? А их нету уже? Теперь на 300. Подожди. Зол Джин будет отмщен. А сколько добавляет защиты, погоди-ка?
Повышение защиты. А насколько повышает? Ага. Так, всадников, минотавров, охотников. Завершено. Ну давай рискнем. В крайнем случае потом делать не будем этот щит. Просто он стоит очень дорого, а защита от него какая-то сомнительная. Вот сейчас, вот смотри. Зол-джин будет отмщен. Защита 2. Защита 2. Все, смотрим, как она изменится. Защита 2. Так. Так, ребята должны изготавливаться постоянно. Нужно золото. Не переставая. Зол-джин будет отмщен. Есть. Так, это бугаи. У нас вся проблема в том, что... Увеличение запаса маны, скорости регенерации, знахарь, также обучение заклинания, колдовская ловушка. 150. А он сам 170 стоит. А этот пацан... А сколько шаман? Я слышал зов. Зол-джин будет отмщен. Этот знахарь. Атака 12-14. Кого убить? А здесь 25-37. Чем могу служить? Но он дает... Тестинго. На наш город напали. Правильное решение. Наконец-то. Угу. Исследование завершено. Зол-джин будет отмщен. Удовольствие. Ну вот, отстоять уже плюс-минус можем. Так, хорошо. Нужно золото. Все, отстоять можем. Здесь что? Сделалось. Куда сделалось. Пойдем? Защиты 4. В два раза мы повысили. Вот это хорошее, тогда недорого, тогда недорого. Это, считай, мы второго сделали. Ну, по времени, сколько они могут устоять. Теперь нам бы, знаешь, что? Зол-джин будет отмщен. Пацанов, а зачем дерево? Подожди. Че надо, хозяин? Сюда иди. Ресурсы давай, а давай. Хорошо. Ага. Пойдем чинить, значит. Вот сделаю. Это. Так, а ты? Где ты? Я бегу за тобой. Зол-джин будет отмщен. А? Хорошо. Вот так вот. Вот так вот вообще хорошо. Так, 160. Слушай, нормально все получается. Еще 3 сюда, и все, в принципе. Можно не перемещать войска теперь. Теперь у нас все крепко. Сделаю. Что прикажете? Чего? Так и сделаю. Чего желаете? Тестинго. Куда пойдем? Кого Зол-джин убить? Куда пойдем? Кого убить? Так, все, здесь линия обороны выстроена. Теперь здесь 3, одна на подмоге. Одну бы, конечно, а можно четвертую сюда, в одну, в принципе, норм будет. Все, в крайнем случае, если прорвут, мы здесь пацанов сюда сажаем. Все, эти изучаются, обучаются, все нормально. Теперь нужны катапульты, да, там было написано, чтобы изучать север. Зол-джин будет отмщен. Нам по-хорошему войска больше, чуть побольше. Какие нахрен катапульты? Хотя катапульты тоже прикольные. Шаманы это все обучать, надо деньги тратить. Пока не будем. Вот эта тема тоже прикольная. Если мы что-то... Она недорогая, видишь, а может быть полезная. Зол-джин будет отмщен. Бугаи нам пока... Бугаи, волчьи садники и минотавры. Минотавры. Ну пока это как-то не горит. Эти улучшения. Боевой ловчий, да... Да, пофиг как-то. Хотя, если ловчего выучить, он в принципе... Ну, это пассивка, видишь, ее надо юзать постоянно. Так, ладно, давай тогда... Все-таки соберем свою армию. Вождь? Возьмем одну катапульту. И пойдем на север. Наконец-то! Че надо, хозяин? Сделаю. Да-да. Хорошо. Да-да. С удовольствием. Нужно золото. Так, все, пацаны. Исследование завершено. Пацаны изготавливаются, все нормально. Пойдем. Сделаю. Наконец-то. Да. Зол-джин будет отмщен. Я не понял, вы пройти не можете? Чего? А-а-а. Нужно золото.
Все, три хватит. Сейчас еще одна вышка и нормально. Еще пятую вышку построю. Вождь. Да точно никто не пройдет. Сделаю. Так, пойдем. Вот здесь пацаны-волки были, да? Зол Джин будет отмщен. Мне только смущает, почему я не могу... Не могу я взять почему-то сундучки, вот это меня бесит. Наконец-то. Так, используйте катапульты и рабов, чтобы продолжить короткий путь. Я понял. А и рабов, или рабов? Как там правильно было? Зол-джин будет отмщен. Давай сразу три. Хорош. Камень. Заряжай. Опа. Хорош. Хорош. Что у нас тут? Кого убить? Во, нам бы знаешь что? Свиток какой-нибудь. А ты сейчас что, не герой получается или что? Почему ты ведешь себя не как герой? Убить? Гром Задира, Мастер Клинка, Шестой. Чё не так-то? Почему как обычно какой-то NPC? А для кого сундучки лежат? Чего хочешь? Куда пойдем? Угу. Хорошо. Чё надо, хозяин? Надо больше золота. А, серьезно, я ж пошутил. Смотри-ка, действительно золото. Все, идем дальше тогда. Сделаю. Да. О, как мощно. Сейчас все сделаем. Шестой уровень. Не могу. Эликсиры не могу. И мне жить. Нас атакуют. Дело сделано. Я штультанул просто. И будет все нормально. Вот. Трусливый глупец. И мне жить. Нас атакуют. Дело сделано. Наш герой. Так, ну я понял, валим. Зол Джин будет отмщен. Вам нужна моя помощь. Угу. Сделаю. Так. И здесь. Да. Да-да. 50-50, 5 сюда. Зол Джин будет отмщен. Ладно. Все, 5 сюда. Остальные здесь изготавливаемся. Нужно золото. Все, собираем опять, значит, поход. Пятиха нужно, да? Я так понял, чем я буду больше, дольше оставаться здесь, тем больше я отхвачу. Поэтому надо... О, приехал. Приехал, родной, стой здесь. Зол Джин будет отмщен. Теперь ты будешь защищать. Так. Желательно вот здесь, чтобы погибнуть, если что. Потому что занимать просто так мясо вот это вот... Не надо. 500, да, надо было? А мы сделаем так. Чтобы он уже начал восстанавливаться. Вот. Зол Джин будет отмщен. А вот я тебе и говорю, ты нужен теперь. Дело сделано. Оп. Все нормально. А на большую ты не... Все, я понял. На высоту ты не работаешь, я понял. Надо строить. Как чё?
чего хочешь. Зол Джин будет отмщен. Сделаю. Хорош. Оборона, что надо вообще? Мне кажется, быстрее новую построить. А, ну оно и затратнее. Давай вот сюда, наверное. Пусть они здесь Зол покупятся. Джин будет отмщен. Слушай, а ты можешь ремонтировать? Ой, может ремонтировать, смотри. Куда пойдем? Иди сюда. Да. Так, давай, да доремонтируй может эту штуку. Так, это воскрешается, все нормально. Нужно Зол Джин будет отмщен. Так, еще вот эти штуки нужны. 260, пусть где будет. Сколько золота? Нормально. Так, ну теперь можно и улучшения всякие покупать, пока фоном. Пока волны, дело в принципе, сделано. Не такие жесткие. А, хотя нет, подожди. Оборону все-таки достроим. 150, 160, 170, 180, есть. Да-да, вот здесь нельзя вот строить. Да как нельзя, я строил. Да-да. А, ты теперь выйти не можешь, ну все, ладно, с удовольствием. Стой здесь, так. А ты можешь умереть? Нет, не можешь. Сделаю. Нужно золото. Да. Да-да. Чего? Так и сделаю. Кого убить? Чего? Куда пойдем? Спрашивают они. Чего они спрашивают? Нужно золото. На наш город напали. Вождь, наконец-то. Сделаю. Да я даже не успеваю, видишь, да. Видишь, как оборона работает. Сделаю. Я даже не успеваю доходить. Эта штука на обороне останется. Даже нет, иди сюда. А чё бы нет? Чё надо, хозяин? Все, эти нужно ребята пошли. Да. А ты нужно эту строй. Золото. 180. Ладно, иди золото помогай. Потом разберемся. Так. Не-не-не. Да. Строй, 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 пофиг, строй. Зол Джин будет отмщен. Это надо. Вождь. Да. Все, идем. Сделаю. Да. Заказ Мадан. Так. Вот здесь мишки были. Наконец-то. А катапульты ждать не будете? Зол Джин будет отмщен. А, смотри, ждут, ждут, да. Молодцы. Молодцы. Тут, я так понимаю, пройти нельзя. Даже не так, давай. Да. Мы вот здесь все соберемся, а потом вместе выступим. Зол Джин будет отмщен. Тут хорошо. Что отмщен? Так. 160. Есть. Ага. Кого убить? Ну все, понеслась. Дело сделано. Наконец-то. Хик. Во как сразу, во как сразу. Боевые когти. Я не могу взять. То ли баф какой-то, то ли что. Обидно, конечно. И мне жить. Да. Трусливый глупец. Зол Джин будет отмщен. Наконец-то. Сделаю. Да. Погоди, это все понятно. А здесь что? Тут же тоже какой-то лес. Стоямба. А, ну просто декорация, я понял. Там же горы, да? Гнол, что ли? А, сатир?
Чего, ёпта? Время ультовать. Хорош телепорт, что ли? Сделаю. Амулет жизни. Так. Хм. Да. Вот это супер интересно. 125 надо. Вождь, наконец-то. Да. На наш город напали. Сделаю. Наконец-то. То, что напали, это понятно. Но тут им, в принципе... Угу. С удовольствием. О, прикинь, сломали. Хорошо. Мы строили, наконец построили. Что они нас сломали. Хозяин? Собаки. А я могу строить как-то вот тут, как-то это? Да-да. Здесь нельзя строить. Понял. Не, здесь нельзя, ты просто не можешь строить, поэтому. Не надо мне ля-ля. Так, пусть изготавливается. Тут, в принципе, можно уже... Нужно золото. Вот этих ребят построить. Вот эту штуку прокачать можно уже. Кого убить? Сделаю. Пойдем, тут что-то интересное должно быть. Зол Джин будет отмщен. Да. Наконец. О, босс какой-то, понял. Дело сделано. И мне жить. А, подожди, нет, сначала вот этого. Он же призвал, да? И мне жить. И... Сделаю. Наконец-то. Слушай, это прикольная да. штука. Сначала прячешься. Сделаю. Начинается бойня, а потом вылазишь. Золджин. Исследование завершено. Так, раз. И все. Исследование завершено. Вот на наш город напали. Кого убить? Я просто всем вместе, вот так вот. Сделаю. Так. Наконец-то. Да. Сделаю. Во. Уже что-то. Так, нам нужно раз, два, три. Подожди. А машины? А машины, походу, не восстановятся. Три, еще три чувака надо. Три, давай четыре даже. Давай, давай даже прикажете? Так вот. Вот так вот даже. Чего? Давай. Просто, походу, какая-то жесткая хрень намечается. Все, что пожелаете. Исследование завершено. А мы с вами продолжаем. Дальше. Зол здесь, раз, три, четыре. Отмщен. Давай, что трешечка. Прикажете? Трешечка сюда. Перетягиваемся, так сказать. Эти штуки всякие изучаем. Это все пригодится. Нужно золото. Зол Джин будет отмщен. Чего? Так и сделаю. А где ты? Я бегу за тобою. Давай восстанавливай. Чего хочешь? Убить бы его. Зол Джин будет отмщен. Хорош. И одного здесь сделаем. Правильно? Что правильно? Надо, хозяин? Иди золото, да, относи, иди сюда. Так. Строим дальше. Зол Джин будет отмщен. Готов к раунду.
Все, пацаны, наши прибыли. Исследование завершено. На наш город напали. Так и сделаю. Во, как знал. Как знал. Чего? Да ты ближе подпусти, что ты выбегаешь. Зол Джин будет отмщен. Сам виноват. Сам виноват, ты слезы лью и охаю. Попал в чужую колею. Глубокую. Да? А чё, пропущенный меня что-то написало? Кто-то мне звонил, да не дозвонился. Что прикажете? Четыре пацана. Ладно. Потеряли пацана. Будет отмщен. Наконец-то. Идем дальше. Как говорится, идем дальше. Сделаю. Заказ мадам, как говорится. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Дело сделано. Ну, да. Что там? Вонючие орки. Мы служим огненным повелителям и охраняем этот источник. Мы недостойны испить его черных вод. Плевал я, как и кому вы служите. Прочь с дороги! Три! А, так я качаю это все. Нормально. Кого убить? Источник хаоса. Наконец-то! И чё? Источник излучает огромную силу, но я чувствую в ней зловоние. Это проклятие демонов! Я уже проклят! Если для победы над Кинариусом мне нужно выпить этой воды, я ее выпью. Нет! Это перечеркнет все, чему учил нас вождь. Нельзя допускать, чтобы безумие и ярости вновь захлестнуло нас. Нет, воин! Мы должны слиться с ним, как никогда раньше! Мы должны переполниться разрушением, как и было предначертано! Да! Я вновь ощущаю в себе силу! Ко мне, мои воины! Отпейте из темного источника и возродитесь! Нифига себе. И чё? Ничего же не изменилось. Сделаю. Теперь вы будете нанимать темных орков вместо обычных воинов Орды. Наконец-то. И чё? Подсказка. Темные орки пробивают любую защиту, включая магические доспехи Канариуса. О. Наконец-то. Это прикольно. А, вот, темный бугай, смотри-ка. А это не изменился. Темный колдун. Вождь! А тут? Эти твари изрядно нас потрепали. А их полубог до сих пор прячется в лесу. Как же мы справимся с ним? Ты дурак, да еще и трус! Непобедимых не бывает. Хочешь остаться в живых? Тогда этот Кинариус должен сдохнуть! Сундучки доступны. Сделаю. Да. Доступны сундучки. Сделаю. К силам ветра, сделаю. И огня. Наконец-то. Убейте Кинариуса. Да. Наконец-то. А тут был сундучок какой-нибудь? Ну-ка, быстренько. Вот. Да. Кольцо защиты пошло. Наконец-то. Дальше, следующее где-то здесь было. Здесь где-то валялось. Сейчас мы все сундучки пособираем. Взываю к силам ветра, земли и огня. Давай зайдем так, чтобы все обосрались.
Чем могу помочь? Да. Огненная стрела, смотри-ка. На наш город напали. Кто посмел? Кого убить? Кого убить? Да, вот сфера огня. Сделаю. Ага. Наконец-то. Сфера огня у нас была в Лордероне, когда мы за паладина играли, в Артаса. Наконец-то. У него вокруг молота летал такой, да. такой же огонек. Сделаю. Вождь. Наконец-то. Вообще, что будет? Да. Если мы можем убить Кинариуса. Наконец-то. Это ж какая силушка в нас богатырская. Сделаю. Да. Боевые когти плюс 9. Интересно, какая максимальная? Плюс 12, по-моему, видел. Наконец-то. Антимагический. Герой становится невосприимчив к магии на 15 секунд. Сделаю. Потом хилка какая-то бешеная. Наконец-то. Потом тут ларек еще. Да. Да мы сейчас так развернемся, что вообще все попутают, что кого. Так, а где была еще? Вот здесь. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. Вот тут, по-моему, еще что-то валялось, да? Когда мы волков убили, нет? Нет. Наконец-то. Так, тогда идем в лагерь. Сделаю. Перегруппируемся. Нас атакуют. Постройте логово. Кто посмел? Что прикажете? Вы сюда отходите. Эздинго. Во. Вот так вот и надо толпой просто гасить, пацаны. Все, что пожелаете, так и сделаю. Ладно. Так, эти пока здесь оборону держат. А это войско пойдет, короче, на запад. Люблинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Люблинская улица. Чего хочешь? На запад она светит. Да-да. О, чего? Понятно. Пацан застрял. Пацан не сыт, пацан пожарный. Боится. Бейте его. Кровь. Что надо, хозяин? Ху! Сюда. Иди восстанавливай, значит. А мы пойдем воевать. Нужно золото. Кого убить? Наконец-то. Да, вождь. Все, здесь, в принципе, мне оборона уже не нужна будет. Если все идут... А, подожди. Сундучки. Да. Давай чекнем. Так, у нас что есть? Сапоги скорохода не надо, хрустальный шар, интересно. Хрустальный шар, интересно. Слушай, иди сюда. Сделаю. Давай-ка мы, подожди, вот это любовное зелье. Наконец-то. Выложим. Да. Мне интересно, вот тут что. Сделаю. А тут разработчики даже лес не нарисовали, я понял. Наконец-то. Все, идем. Сделаю. Чем могу помочь? Вождь! Наконец-то! Волчья тропа ждет! Чего хочешь? Нас атакуют! Да-да! Сейчас все будет. Кого убить? Да, сделаю. Да. Ну, иди сюда скорее. Наконец-то. Да тут половина пройти просто не может. Сделаю. Да. Вот это удары. Сделаю. Вот это удары. Смотри. На. Да. Трусливый глупец. Ха-ха-ха!
Нормально. Дело сделано. Только скажи. Вперед! Гав-гав-гав. Что прикажете? Да. С удовольствием. Во. А он быстрее строит, интересно? Нет, не быстрее. Ничего особо-то и не изменилось. Говори, вождь. Вождь? Наконец-то! Вот это армия, это я понимаю. Ко всему да. Готовы. Все есть. Кого убить? Не просто так нападаем. Сделаю. Есть какая-то мотивация. То есть он стал агрессивным и решил завалить этого типа. Все, его оправдали, в принципе. Теперь понятен его мотив, точнее. А вот он, собственно, Кинариус. Демоны поработали на славу. Вы теперь столь же безумны и кровожадны, как и они. Мы орки, и мы свободны! Это вы сами так решили? Что бы вы про себя ни думали, ваши души ничуть не лучше той зловонной желчи, которая течет по вашим жилам. Катись ты к дьяволу! Я сокрушал вас в прошлом, сокрушу и теперь. Кого убить? Сделаю. Волчья тропа ждет. Что-то хрень какая-то, погоди. Нужно золото. Все норм, пацаны. Да. Трусливый глупец. Чё-то не вывозим, да? Наконец-то. Вам не одолеть меня. Я сердце этой земли. Сделаю! Зул-Джин будет отмщен. Полубог повержен! Хорош! Боевые топоры победили! Все, победили? Воу, мультик! Мультик, мультик, мультик! Вот мы и встретились вновь, Гром. Монорог! Быть того не может. Я пришел, чтобы собрать тебя и твою братью. Вы не оправдали наших ожиданий в прошлом. И теперь вам придется послужить Пылающему Легиону еще раз. Нет! Мы свободны! Жалкое дурачье! Я ярость, клокочущая в вашей крови. Я ненависть! Объявшая ваши мысли, я один даю вам право принести хаос в этот мир. И клянусь бесконечной пустотой, вы сделаете это. О-о-о. Вот это поворот. Когда они были знакомы, а? Так, ладно, завершить главу. Друзья, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ссылки находятся в описании, это ссылка на Twitch, на Трова, на Good Game, паблик ВКонтакте, сервер Discord, Telegram, VK Play Live, также Donation Alerts и Boosty. На Boosty пока можно не заходить, там ни хрена нету, просто есть ссылка. Все делают, почему бы я не сделал. В общем, мы увидим с вами в следующем прохождении, уже вот-вот скоро, поэтому... Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.